День правовой помощи детям – ежегодная всероссийская акция. В этом году также прошла и в Булунском районе. Работники юстиции, комиссии по делам несовершеннолетних и прокуратуры провели для детей уроки по правовому просвещению. Подробности далее. Каждый год по всей стране проводится всероссийская акция «День правовой помощи детям». По сложившейся традиции правовая помощь оказывает несовершеннолетним и их родителям. В этих целях в Булунском районе организовывают мероприятия по правовому просвещению во всех образовательных учреждениях, центры социальной помощи семье и детям. В культурно-спортивном комплексе «Центр социальной помощи семье и детям» совместно с КДН провели круглый стол на тему «Знать, чтобы соблюдать», где с докладом открыла круглый стол помощник прокурора Раиса Петровна Кислицына. Это хоть немножко донести до сведения детей закон, чтобы они знали этот закон, знали, как можно распорядиться, значит, знаниями своими, применить этот закон. Потому что незнание закона, как говорится, не освобождает от ответственности. Но жизнь идет, дети растут, совершают какие-то вначале проступки, потом некоторые совершают преступления. Они не знают даже о том, что за совершение какого-либо правонарушения наступит та или иная ответственность, ну, уголовная или административная, в лучшем случае. Поэтому то, что сегодня мы вот будем детям рассказывать немножко, органы системы профилактики, прокуратура, это, я думаю, только пойдет на пользу детям. В проведении данных мероприятий были задействованы инспектор ПДН, КДН, работники юстиции, сотрудники прокуратуры. Ольга Григорьева, Валерий Савельев, НВК Саха, Тикси.